Привет и спасибо, что вы заглянули на мой канал, YouTube канал. Сегодня я вам покажу, как сделать средство для уборки дома своими руками, которое можно использовать и для мебели, можно использовать для керамических изделий, для плит, можно также все на кухне, в ванной мыть. И плюс это очень приятно пахнет без всяких химикатов. Химикатов убираем. Также я это делаю и переливаю в стеклянную посуду или пластмассовую и использую много раз. Значит, это еще и экономично. Значит, берем апельсин, вернее, кожуру от апельсина, нарезаем полосочками, можно помельче, можно как вам удобно. И засыпаем все в банку. Вам пригодится банка стеклянная с крышкой. Значит, заливаю потом уксусом. Уксус можно любой, яблочный. Я использую вообще виноградный, 9%. И заливаю все эти шкурки, чтобы шкурки отдали весь запах этому уксусу. И тогда, когда вы будете работать с этим средством, оно будет отдавать такой приятный цитрусовый запах. Закрываю крышкой, пишу число, чтобы не забыть, потому что я оставляю примерно минимум на 2 недели, а лучше на месяц. И вот так вот в темное место оставляю. Если у меня есть шкурки, но их еще недостаточно, чтобы заполнить полную банку, я просто потом добавляю в незаполненную банку и потом доливаю уксус. Ну вот эта баночка, видите, вот такая она готова, ее отправляю. А здесь еще недостаточно шкурок, значит я просто добавлю, а потом залью еще уксусом. Все просто, быстро и удобно. И еще экономично, потому что я добавляю уксус несколько раз в шкурки и переливаю потом в стеклянную или пластиковую бутылку с пульверизатором. Так что использую несколько раз, плюс бутылки не меняются. Итак, удачи вам, здоровья и приятных запахов и чистоты в доме. Пока-пока! Буду благодарна вашим лайкам, комментариям. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, оповещения о новых видео, которые я делаю для вас с любовью. Итак, пока, целую, Таня.